Приветствую вас, дорогие друзья, на канал ВВ Плей. Меня зовут Владимир, и мы сегодня продолжаем игрушку под названием 7 Days to Die. Всем приятного просмотра. Приветствую, друзья. Итак, сегодня мы будем заниматься... Будем уходить, вернее, а не заниматься, будем уходить в сталь, друзья. И еще одну штуку я понял, короче. Мы сейчас тут добываем сталь, это сейчас отсюда заберем, чтобы у нас был, да. Сейчас я вам объясню одну вещь, которую я реально глупо сделал, что вообще я сделал. Я вообще не надо было делать, ну, как говорится, лучше позже осознать эту систему, чем никогда. Так, ладно, сейчас наберем, попьем водички, что у нас там с водички. Так, 40 надо выпить, просто кофейку выпьем. Будет нормально, 24 воды дам, 24-48, да? Можем даже 2 кофе выпить. Так, хорошо, 2 кофе выпили. Покушать, мы можем тоже что-то покушать взять заодно, чтобы сюда не возвращаться. Где она моя, где моя... Вот она. Так. Суши, супчик или что, сарами, так. 15, это получается... Да, нормально будет. Итак. Первое. Что я сделал вообще неправильно. И это, конечно, потом я только понял, допер до этого, да? И это было бы логично, да? Я зря, друзья, покрасил вот это все. Зря. Просто берем это все, убираем. Ой-ой-ой. Так, ладно, или могу я так как-то? Вот так. Да, вот так. Потому что прикол в том, что я не вижу, что я улучшил, а что я не улучшил. Так что... Подруга идет. Подруга была там, только что видел, подругу видел. Ах ты падла. Зря, как говорится, да, зря вот это все сделал. Ну... Лучше... Так что, друзья, не ставьте, не красьте, пока вы не поставили в сталь. Потому что, понимаете, сталь это самая последняя часть, и лучше сначала улучшить все, а потом уже уходить туда, куда вам надо, да? Иначе тут бы полнейшая жопа, анархия. Мы потратили, вот видите, потому что это даже вот это я не улучшил, потому что я не видел это. Так, идут мобы, идут, надо их всех завалить. Иди сюда, иди, малыш. Умирайте все. Ну да, я зарядил патроши. И желательно, конечно, не стрелять в наши блоки, потому что, видите, мы их дамажим. Пиздец. Извиняюсь за мой французский, друзья, но как-то... Да, вот видите, потому что, ну, видно сразу, что я что-то здесь не сделал, как полагается, да? И опять он будет мучиться этой хуйней. Ну, где это? Да, не походу... Ну! А, вот так. Вот так, да, говоришь? Ну, ничего, поработаем, мы это все исправим сейчас. Ну, другого выбора у нас нету, но... Только надо разобраться, где вот эта тема. Вот она здесь. Так. Ну так уберись нахер. Вот ты жопа. Ну что, вы как видите, да, ну я как говорил, да, сейчас этим займемся, уберем это все дело. Вот. И потом будем начинать уже улучшать. Ну, мы начнем, конечно, улучшение с... отсюда, потому что нам как-то по большому счету сначала это не надо улучшать, это все дело это надо улучшать, ну то бишь красить в последнюю очередь, когда у нас уже все уже заапгрейджено по максимуму, да, что мы могли заапгрейдить по большому счету, да, и тогда только красить, если мы хотим сразу замечать, да, где там продамажили. А так мы можем пока что погулять, посмотреть, где это все, что происходит, где мы что-то профукали, где-то мы что не сделали и так далее и тому подобное. Так, хорошо, ладно, сейчас-то быстренько все поправим. Как раз заодно у нас там сталь расплавится. Да, то есть справится, а скрафтится, расплавится.
Вот, так что да, друзья, не делать того, что я сделал вот в этом плане. Лучше, я говорю, ну вот, окей, мы потратили краску, но это ее легко добыть. У нас есть сланец, у нас есть то, что нам надо, у нас все есть. Мы можем это в любой момент сделать заново. То бишь краску скрафтить и все остальное, то, что нам понадобится в дальнейшем, да. А, то, что вот это чисто непрактично, да, то, что вот мы... То, что, вернее, я сделал. Я как не подумал об этом сначала, а потом так начал думать, а вот, например, там, как мне апгрейдить. Почему это так склонилось? Потому что я начал апгрейдить уже вещи, типа, в бетон, да. Но я до конца еще не апгрейдил здесь, и я уже не вижу, что мне надо делать, да. Зато я покрасил, да, все охуенно выглядит, а нелогично это все дело было. Ну, вот так. И так что вот, то, что мы сделали в прошлой серии, надо это нахер удалять. Ну, что, извиняюсь, друзья, ну, что ж поделать. Вот. Так, ладно, что-то осталось, чуть-чуть еще осталось, и все. Вот так, отлично. И еще здесь. Потому что здесь опять тоже, видишь, ничего не видно, что здесь происходит, что апгрейдили, что не апгрейдили. А это надо в первую очередь апгрейдить, чтобы это не снесли нам при следующих волнах, да, потому что они будут довольно-таки жестокие, я так считаю. Ну, потому что, как видели сами, да, предыдущая волна была просто... Она всю ночь длилась, не знаю почему. Или это потому, что у меня такой уровень уже довольно-таки высокий прокачался, пока я тут все это строил, здесь улучшал и так далее и тому подобное. Ну, скорее всего, это все зависит от уровня, да? Да, ну так, вот так. Когда вот тогда будет вот такого же во всем, тогда все, тогда уже можно, конечно, красить. А до этого смысла нет. Потому что вот здесь, например, тоже опять я грейдил и не догрейдил до конца. Вот, и так же самое и здесь, вот, например, да, я тут бегал, что-то кликал, что-то здесь искал, и нихера не нашел. Так, ладно, короче, сейчас докончим это здесь. Быстренько. Надеюсь, вам новая музычка нравится, это хард-рок у нас идет, играет, да? Или если какие-то пожелания в этом плане, дайте только знать. Так. Так, отлично. Окей, окей, окей. Все. Вот еще на дрянь осталось. Здесь, да. Так, все, походу, да? Ну, тут осталось еще здесь, да, но это так. Это быстренько сейчас пробежимся, здесь чуть-чуть осталось. Так, отлично. Окей, все, пошли за сталью. Ой-ой-ой, полетели. Видите, как тут уже накрафтил цемента целую кучу, потому что, ну, я пытался заапгрейдить все это дело. По крайней мере, пахали первые два этажа, чтобы мы ушли в сталь, где они больше всего дамажат, да? Первый сталь и основание этого все дела. Сейчас мы тут еще, опять же, уровни поднимем довольно-таки неплохо. Вот. Ну, выглядит, конечно, это паршиво. Нам, по крайней мере, два. Ну, не знаю, ли два нам на два хватит. У нас около 1000... слитков будет, да, в общей сложности. Это 100 блоков. Ну, блин, конечно, дает он очень большой прирост в опыте. Смотрите, сколько дает. Уже мы прошли половину, и у нас уже 12 тысяч опыта. Ну, блин. Ну, надеюсь, мы тут сможем что-то, по крайней мере, два ряда вложить в сталь. Ну, вот и все, блин, да? Жопа. Ну, ладно, пока это там крафтится, здесь проапгрейдим это. Здесь тоже как-то вот... Ну, это из-за того, что вот краску я нанес.
и нихера не заметил, что я проапгрейдил, что не заапгрейдил. А тут еще, блин, целый бетон. Надо еще будет еще раз скрафтить. Вот. Так, хорошо. Ой, так. Ну, сегодня еще мы что, сейчас пойдем, посмотрим, что стали. Я, короче, потренировался с, как его, с авиажиром. Более уже придрочился. Мы уже нормально можем приземлиться, спуститься, да, и... Так, и уровень. Отлично. И потом, я думаю, уже скоро мы должны уже будем уже заниматься, знаете чем, друзья? Будем уже начинать проходить квестовые цепочки, которые идут по... у продавцов, да? У нас еще есть пару карт, которые надо вообще открыть. То бишь там золото и что там будет, не знаю. Потому что по большому сейчас там в деньгах вообще нехер делать. То, что мы уже все, что могли, мы по большому скрафтили. Единственное то, что можем охотиться за какими-то очень редкими модами для оружия и так далее. А пока что другого тут нечего, ничего. Так, хорошо. Я думаю, сейчас еще пол уровня поднимем здесь. Так. Потому что, думаю, тут уже появятся у нас какие-то токсичные пацаны. Но вроде, по идее, нет, они еще в мире у меня не появились, значит, они еще не должны мне здесь появляться. Ну, посмотрим. Это как-то... Я тоже ожидал, что предыдущая волна, которая у нас была, она будет более спокойная, блядь. Оказалось, наоборот. Она всю ночь проходила, блин, и я когда говорил, что акустика патронов на 500 мне хватит полностью, больше, чем надо, мне, ну, мне хватило, но все равно все 500 и ушли. Так, там все улучшено. Ну? Что случилось? Это что-то пролагало, походу, да? Тут же была мне. Ну ладно, черт с ним. Так, хорошо, здесь готово. Так, тут что-то продамажило идет, что-то. Где-то я же стрелял, блин, пистолетом повредил. Так, хорошо. Так, сталь там у нас еще доходит. Окей, это не про... Сейчас мы пойдем еще возьмем сталь, что у нас там крафтится. Ну еще вот видите, тут еще даже надо все проходить. Потому что, ну я только прошел чуточку. Я думал, что за, блядь, луч над головой. Я думал, ну нихуя, что за херня. Это вот этот, как его. Мусорная пушка. Не, я думаю, тут даже мы как-то даже еще уровень можем поднять. Потому что у меня цемента, блядь, бетона очень много. Отлично. Потом я пока, ну то, что это показывает. Я, короче, в офлайне еще летал, металлы добывал. Ну, как видите, да, то, что очень много металла мы расплавили, чтобы сталь сделать, да. Я в шахту потом слетаем. Покажу, что у меня там. Я помню, я говорил, то, что в этой шахте мне было бы еще достать уголь, было бы круто, да, там, селитру, да. И угадайте, что? Мы достали. Она там есть. Там еще будет добавить туда, не знаю, сланец и все. И нам больше никакая шахта не нужна. У нас одной хватит полностью все закрыть. Все производство. Мне казалось, что, блин, монстр мне в ухо дышит прямо. Да, что-то я, походу, с цементом я переборщил, малец. Слишком много его сделал. Ну, потому что это уже второй уровень, вторая заливка, значит уже бетон, дальше у нас только идет все в сталь. Значит, надо будет концентрироваться по стали. Эть, вот так. А потом еще надо еще как раз заняться нам еще улучшением нашего, нашей генераторной комнаты, которая под низом у нас там находится, посерединке, то бишь, в
сердце нашей базы. Там надо поставить основание. Но там сейчас это мы этим сейчас и займемся. Потому что у нас есть блоки специально для этого сделанные. Так. Ну да, посмотри, почему почти что еще раз уровень подняли. Отлично, отлично. Супер. Вот так. Пошли смотрим, что у нас сталь, может, готова уже. Так, пошли посмотрим, что там по стали у нас. Так, кстати, заодно, значит, возьмем. Возьмем заодно кубики. Ой-ой-ой, наверх. Ну, мало, 84. Ну, я думаю, второй ряд нам хватит заделать. И тут еще кратится, да, 191. Я вроде бы сделал всем, все улучшения, по большому счету. Поставил тигель и меха на все эти плавильни. Но видите, все равно, блин, не успевают они это все делать. А, хер, наверное, не хватит, но все-таки, да? Парочку. Да, раз, два. Парочку, блин. Довольно-таки много, а не парочку. Так, тут уже сохнет все. Кстати, что здесь у нас? А, у нас там цемент. Окей, пошли, короче, сделаем сейчас сниз. Да, еще нашел я генератор, парочку генераторов для наших этих. Так, сейчас-то быстренько все заставим. Потому что мне уже запарило проваливаться постоянно под эту тему. Вот так всем падать. И чтобы зомбарей не было искушения сюда вот ломиться, надо это все укрепить. Походу, мне этих не хватит, да? Они, может быть, даже хватит. Может, только не хватит, единственное, то, что вот сюда засунуть, потому что я там еще тоже хочу закрыть это все дело. Чтобы они не думали ломиться к серединку. Потому что в этом плане у них довольно-таки продвинутый интеллект. В этом плане они ищут самые уязвимые точки в твоей обороне. И начинают парить мозг. Походу он сейчас должен сразу превратиться в бетон. Точно не помню, друзья, блин. Ну, по идее, так он должен, как в жизни, ты заливаешь арматуру, делаешь вот такие блоки, ну, арматурные ванночки, и они сразу, когда заливаешь бетон, они уже представляются в бетон потом. Я еще был думал, значит, сделать под низом здесь, типа, шахту, еще одну, чтобы далеко не бегать. Но подумал, что, не, наверное, все-таки это не надо так делать. Нету смысла в этом, да? Так, вот так это все красиво сейчас выглядит, у нас все шикарно. Так, что у нас с аккумуляторами? Заряжается. Ну да, как видите, я тут еще добавил моторчика 2. Тут по моторчику еще. Мы сейчас вернули обратно былую мощь наших генераторов. Так, что здесь? Это как я тебя так пропустил, дружище? Везде бетон, а тут у тебя какая-то нехорошая тема получилась. Окей, ладно, смотрим дальше, что там у нас получается. Здесь у нас все улучшено, да? Да, здесь у нас все улучшено. Кстати, еще надо подумать о свете. Вот. Потом, короче, я когда, конечно, укреплю базу бетоном здесь, ой, сталью, тогда мы начнем делать занавеску. А пока что мы будем занавеской справляться с этой, да, которая у нас будет. Будем пытаться здесь тусить, потому что они к нам по-любому побегут со всех сторон. И мы их просто покрышим.
Ну, короче, оборона, конечно, будет еще улучшаться будет, это стопудово, это только основание всей обороны, да, нашей, которая у нас здесь есть. Ой, тут еще и там 200. Ну да, довольно-таки долго, там полчаса, около 2 часов надо было, да, чтобы эти все там почти по плюс-минус 500 слитков каждый раз было. Так, в идеале я хотел вообще бы сначала вот это укрепить. Вот это вот. Так, ладно, пока там это все у нас плавится. Пробежимся здесь. Так, тут уже... А, это повреждено, это. Так, пробежимся. Так. Углы. Вот не знаю, почему они постоянно в углах застревают. Постоянно, блин. Они дамажат углы постоянно. Не знаю, с чем это связано, но они постоянно, как неуклюжие козлы, в углах зацепляются и дамажат их. Они застревают и начинают махаться. Так. Больше всего меня, конечно, напрягает. Это напрягает взрывники, которые подрывные, пацаны, которые бегают. Мне их надо будет как-то, блин, поначалу сразу их валить, как только их замечу. Иначе будет бобо. Наша база будет отлетать на, как на щепки, понимаешь ли. И еще я думаю, то, что поставить еще один забор наверху, протянуть по всему периметру. Ну, это такая идея у меня. Чтобы они уже сюда, когда забегали... Тут становились, это типа, знаешь, их тут трясет. Вот, и я их глушу отсюда. Вот. И тогда они уже придут, ну, как повреждены, уже сюда придут, и тут еще попадутся под наши мясорубки и получат вдвойне звездюлей. Плюс еще здесь у нас электричество будет. Но это надо еще дополнительный генератор. И этот генератор я буду уже ставить на улице. То бишь рядом с ним. Не буду отсюда вытягивать, потому что ну, они не идут по. Дамажить их, они сразу направляются ко мне. Так, что у нас сейчас? Ну почти что все в бетон мы влили. Отлично. Так, хорошо. Так что я хотел за. А, за бетоном. Ой, за металлом садить еще. А что, здесь нету больше металла? А, железо закончилось, да? Ладно, вырубаем тогда это. Здесь еще 300. Как это? И здесь еще 200. Я не понимаю, почему это не работает. Здесь 151. Здесь же ничего не было больше, да? Нет, железо 0. А сколько времени еще? 20:00. Отлично, так, раз. Вообще надо было с той стороны начинать, а не с этой, дурень. Ладно. Ох ты, падла, где ты? Не позвал своих пацанов, не? Дружбанов не позвала? Красавица. Так, это еще надо улучшить. Это тоже опять же прозевало. Не хорошо, когда у тебя все есть, да? У тебя все под рукой, блин. А как я помню, как это помните, как это все начиналось? У нас довольно-таки, блин, тяжело. Мы тут боролись с этой всей фигней. Добывали, копали, особенно это базу, основание базы было. Ёж ты матрешки, да? Писец, это было что-то. Я помню, я тут просто день и ночь сидел и копал. Ну вот как ты сейчас выглядит у нас. Шикарно. Шикарно. Ну, на мой взгляд, не знаю. Мне очень. Я очень доволен тем, что у нас получилось всего создать. Так, это что у нас? Это у нас электрический забор. Ладно, пока что вырубим, он нам не нужен. Смотрим, что у нас здесь.
Надо было эту шнягу, блин, как-то, блин, вырыть в землю. Да ладно, хер с ним. А, ну да, сразу, видите, в бетон превращается. Отлично. Тогда мы можем заставить... Вот такой темой. И нам надо арматурные блоки сейчас, да? Сколько нам надо? Подождите, надо посчитать. Раз, два, три, четыре. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, два, двадцать один, двадцать два, двадцать три. Двадцать три блока. Двадцать три блока. Знаете что, друзья? Двадцать три блока мы даже не будем... Не, нам надо, все-таки надо... Сразу идти сделать таких 25 блоков этих. Я сейчас остановлю сталь. Здесь 134, здесь сколько? 198, а здесь 285. 23 блока. Делаем 25 даже. И остальное вольем в сталь. 43 минуты, бля, как долго. Давай мои блоки. Так, гвозди, гвозди. Три, два, один. И погнали. Погнали укреплять наше основание. Так, иди сюда. Ну, по идее, должно хватить. Я не просчитался. Да, оно еще даже останется. Но я с запасом делал. Воу-воу-воу-воу, подожди, стопэ. Что я здесь делаю? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну как так? Не могу тебя подобрать, не? Блин. Бур, конечно, это имба, друзья. Бур это имба. Без бур это вообще было бы как-то все печально. Я как-то не следил, что у меня уже одна же линия уже готова. Я как-то его машинально сделал в свое время. Ой. Вот так бывает. И еще раз. Все. У нас есть очень надежная... Помещение в данной стадии сейчас вообще бомба. Пошли тогда там оставшиеся стали используем. Ой, иди ты наверх. Так, куда там, где туда? Куда дальше начал уже выдвигаться? Сюда, да. Пробежимся еще здесь. Ой, тут еще дофига. А, ну сейчас бетон опять. Главное, говорил, что он бетона очень много сделал, да? Угу. Сделал много бетона. Смысл? Мне еще тут... Блять, ты не пугаешь. Это тень просто.
Ну, я думаю, что полностью улучшить мне не хватит бетона. Блядь, пробежимся здесь. Может быть, что-то тут можно еще улучшить. Или надо улучшить. Вот, да. Что у тебя здесь? Все нормально? У тебя все хорошо? Сюда. Сюда. Так, тут бетон уже сохнет. Все отлично. Нам будет потом починить еще наши столбики. Так, здесь бетон, 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 везде бетон, 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 бетон. А, нет, смотри, да, скорее всего, нам хватило весь бетон, да? Да, нам хватило весь бетон. Я, конечно, это не буду здесь улучшать в бетон, нету смысла. Может быть, потом, если мы уже будем слишком богатыми. Тогда мы займемся этим улучшением. Почему тут... А как тут продамажили? Значит, я стрельнул сюда, да? Они обычно место, эти места не дамажат. Ну да ладно. Хер с два. Хер с ними. Так, что у нас здесь дальше? Смотрим. Не, ну все нормально, здесь уже высохло. Отлично. Бомбезно. Открывает дверцу. Отлично. Так, все тут. Так, у нас тут плавится, все плавится. Здесь тоже все плавится. Отлично, здесь плавится. Тоже хорошо, все хорошо. Так, это можем скинуть. Ну, довольно сильно, как у нас мало вообще ресов осталось. Как раз как полагается. Так, друзья, короче, ночью спиритокантуюсь, и как только нас расцветет, вернемся к вам, друзья. Ну, друзья, пока я тут ночью тусался, решил я сделать вот такие лампы, потому что мне, ну, запарили эти факела, и эти лампы, они дают более светлое окружение. Так что пусть и не работает. Так, у нас специальный для этого генератор есть, пусть он и работает, выполняет свою основную функцию. Так, короче, что я вам обещал? Я обещал слетать с вами до нашей, как говорится, шахты. Там, где мы нормально довольно металл добывали. Так, сталь пусть остается у нас в кармане здесь. Авиажир вытаскиваем. Сейчас. Продемонстрируем мастер-класс, блядь, взлета. Ой, блядь. Ну, если, конечно, я доберусь наверх. Надеюсь, сейчас не облажаемся, блин. Так. Вот так будет нормально. Мы в эту сторону поплывем, полетим. Так, берем на максимум сюда. Отлично. Залетаем. Ну и элементарно. Просто нажимаю вперед, W. Нажимаем space. И все, мы полетели, друзья. Отжимаем клавиатуру мыши, чтобы было легче управлять автомобилем. Ой, этим авиажиром. И все, полетели к нашей шахте. Не разгоняемся слишком быстро. У нас здесь шахта рядом. Только надо вспомнить, где она была. Мне надо как-то что-то поставить туда, чтобы я... Вспомнил, она где-то была здесь рядом у нас. Надо найти большую яму, друзья. Большую яму найдете, и будет все, это будет наша шахта. А вот я вижу уже. Кажется. А вот она, вот она, видите, вот. Медленным пускаемся, все. И все. И мы приземлились благополучно, без всяких проблем. Забираем. И идем в шахту. Смотрите, я тут, блядь, прокопал уже. Вот. Металл. Металл. Здесь тоже металл. Очень много металла здесь. Смотрите, друзья, очень много металла. Здесь, вот, видите, да? Это как его? Как он назывался? Нитрат. Да, порошок селитры. Порошок селитры. Здесь у нас, подожди, это еще было. Вот там порошок селитры, да, все полностью. Здесь вот у нас уголь. Вот уголь.
Значит, его здесь срезали же очень много угля. Так что потроши у нас будет просто дохерища. Еще у нас вот есть еще свинец здесь. У нас, короче, все есть здесь. Только надо сейчас копать. Ну, будет, вниз будет свинец, конечно, да, вот сюда, когда будем копаться. Вот, вы видите, вот уже видно, да, там будет идти свинец глубже. Вот, металл очень... Я говорю, то, что еще не хватает нам сланца сюда, и все. И мы, короче, в ажуре. Вот, такие вот довольно-таки неплохие залежи. Видите, уже, да, тут уже... Сколько у нас свинца. И я потом еще покажу, что мы скрафтили. Мы уже готовимся к следующей волне. У меня около 800 патронов уже на ппшку бронебойных мы скрафтили. Вот, так что будет довольно-таки неплохо обороняться. Здесь даже будут какие-то копы, и они будут отлетать на ура. На раз-два, короче. Что такое? А, у меня закончилось горючее. Вот. Пока посмотрите, как работаю. Послушайте музычку. Сейчас чуть покопаем, и потом уже будем возвращаться на базу обратно. Нам же надо еще приземлиться на нашу базу красивенько. Я хочу просто чуть металла набрать и угля чуть-чуть. Не, бур, конечно, это скажу, что, ну... Если есть возможность, друзья, вам в первую очередь, конечно, стройте бур. И собирайте эти цепные запчасти для бензозапчасти называется, да, он. И крафтите. Потому что это будет гораздо быстрее и легче. Может быть, вам повезет, и вы в самом старте вначале найдете, лутаясь где-нибудь бур. Хотя даже первого уровня, скажу вам, это будет, во-первых... Ой-ой-ой, чуть нахуй себе на голову не бросил. Это будет гораздо быстрее по добыче любых ресурсов. Вам, значит, забудьте сразу... лопати, забудьте о кирках, просто вы сносите все с этим буром, и вообще это имба, это имба, друзья, это скажу, как и есть. А если, например, сейчас я еще прокачаю его до 6 уровня, вообще поставите какие-то модули лучшие, да, ну у меня сейчас стоит модуль на 15% дамага по кубикам. О. И рукоятка, дополнительный бак на топливо, да, чтобы было 500 с лишним, да. Вот, и в третьих еще, видите, как он быстро дает нам опыт. Просто он летит. Мы при этом не тратим энергию, мы не тратим силу, мы не тратим еду, мы ничего, просто работаем и наслаждаемся. Когда вместо нас делает всю работу инструмент. Главное, сейчас опасно, чтобы это мне на голову все это не упало на грешным делом. Сюда, я думаю, лучше всего, да, принести какие-то блоки. Поставить блоки простые, свои, официальные, чтобы, типа, укрепить верхушку нашей шахты. Да зачем мне вообще свинец? Мне не нужен свинец, мне нужно железо. Так, какое-то несущее, да, это несущее, по большому счету, нам сюда нельзя... Да вот здесь железо есть еще. О, достаточно железа у нас здесь. Потому что сейчас нам надо железа очень много, так как мы хотим идти в сталь. Мы уже начали идти в сталь, но чтобы полностью это покрыть в сталь, это будет что-то с чем-то. Вот сколько мне сейчас интересно, мы сейчас сколько здесь поработаем. Ну, давай еще пару минут. Поработаем реального времени здесь. И сколько мы за это добудем? Мать. Давай заряжай быстренько, у нас еще минута осталась.
Так, ну уже подходим. Фу, блять, напугал меня, ебать. Магаз открылся. Ну сколько мы здесь пробыли? Мы пробили здесь от 4 до 7 и бы добыли 10 тысяч металла, да? 4 тысячи камня, 5600 это... Ну, неплохо. Ладно, ладно, выровняем это все красивенько, чтобы здесь было. И будем отправляться на базу обратно. Ну, тут будет еще очень много металла. И вообще всего еще здесь металл, везде металл. Так где мой выход? Я выход потерял, друзья, я потерял выход. Ну вот он. Отлично. Супер, супер. Ну что ж, ставим нашего железного летучего орла. И полетели. Отключаем управление мышью. О-о-о-о. Вот это то, единственное, то, что вот это тупо. То, что, ну... Ну что ж ты будешь делать, дубина, ну? Вот что за фейл, ну что за фейл, блин? Он неуправляемый в этом плане, когда ты начинаешь взлетать, он просто елозит вправо-влево и... Надо наберем скорость. О, видите? Опять пошел в разнос. Все, взлетели. Надо подержать по чуть подольше. Так, не слишком ты так задирай нос. Надо, очень скоро уже будем на базе. Нам сейчас надо идеально приземлиться на нашу платформочку наверху. В дальнейшем это будет чуть-чуть посложнее, потому что там будут у нас грядки. Так, а? Главное сейчас не зафейлить. Давай, мы скоро уже, давай. Ах ты, блин, чуть-чуть слишком мы... Давай, на второй круг, ветер просто боковой очень сильный. Не, ну я говорю, то, что ну, сейчас, по крайней мере, я понял процесс работы этого все дела. Так, отсюда будет легче залететь. Давай, чуть повыше. Да не ты... Жопа! Ну как так? Вроде так все. Главное, что за кадром это все получалось вообще шикарно. Вот. Красава, приземлились. Ну, конечно, можно было еще красивее сделать, но... Ну, идеи... Понятно, как это управляется все, да, друзья? Все нормально, все отлично. Не так уж все это плохо получилось, но, да? Но я говорю, когда ты пытаешься делать это мне на запись, у тебя, конечно... Я, конечно, мог бы вырезать это все дело. Не, ну, надо показать, как оно есть на самом деле, потому что, ну, довольно-таки такой... Надо... К нему надо еще приучиться, приноровиться, да? Потому что не так это легко, как кажется. Так, давай, включай, работай. Мы это здесь разделим на 4 части. Пусть это плавится здесь дальше. Отлично. Ой-ой-ой. Тихо, спокойно, ты чё? Швыряешься металлом здесь, охерел? Ну и еще на 3 части, чтобы было все одинаково, плюс-минус.
Ну, здесь будет, конечно, побольше. Не знаю, почему здесь оно быстрее плавится. Не знаю, почему, с чем это связано. Ну, быстрее плавится, это однозначно. А вообще-то, знаешь, что, друзья, сделаем? Так, по-другому чуть сделаем. У нас здесь свинец. И ты иди ко мне. Это сюда. А тебя мы закинем вот сюда. Плавься здесь дальше. Камень, цемент. Нам нужен цемент вообще? Нам нужен еще цемент, походу, да? Нам нужен будет цемент. По-любому нам нужен будет еще цемент. Значит, что мы делаем? Нам надо взять 6 тысяч камня. Хватит. Это сюда. И еще нам будет забубенить тогда под 1500 камня на цемент. Значит, мы чуть меняем стратегию. Иди сюда. Ах ты жопа. А ну да, у тебя же 6000 уже здесь. Нам нужно будет еще цемент. Пусть он будет. Он пригодится, потому что нам все равно надо будет ремонтировать потом в дальнейшем блоки. Потому что они все равно их продамажат. Это по-любому. Сюда иди. 1500. Даже знаешь, что сделаем так. Вот так, сюда. Пусть 2000. Потому что там у нас свинец плавится. Не хочу его вытаскивать оттуда его. Пусть это здесь плавится. И сюда идем. А металл мы проложим сюда. Так, 150. 150. 432. И здесь чуть-чуть, да, у нас есть. Тут ничего нет у нас. Ясно, понял. Окей, пошли дальше. Используем нашу сталь. Где у нас тут сталь? Мы сюда ходили, да, хорошо. Ну, я думаю, что нам не хватит полностью по кругу зайти, да? А может быть 200. У нас там было 500. Может быть, даже хватит. Надеюсь, что хватит. Это будет... Программа минимум на сегодня будет выполнена у нас. Да, отлично. Нам хватило. Здесь чиним. Целое... Ой. Чиним. Чиним. Вот так. Вот так. Ага, и закончилось, да? Окей. Ах ты жопа, жопошная. Ладно, пойдем еще возьмем, чисто чтобы отремонтировать. Ну, по большому счету, программа минимум на сегодня у нас выполнена, друзья. Если есть какие-то советики, опять же, или рекомендации по поводу этой игрушки, потому что кто-то более-менее прошарен в этой игрушке, больше времени уделяет этой игре, чем я. Но я пытаюсь играть постоянно уже почти что, не знаю, я много, может быть, что не знаю, может быть, что-то как-то можно было бы как-то практичнее все сделать. Оставляйте ваши комментики под этим видосиком, советики, рекомендации по поводу видосика, да, и вообще, в общем, ваши пожелания, что бы вы хотели вообще видеть на канале, и двигаетесь бы вы еще в правильном направлении, вам нравится, вам контент не нравится. Но я смотрю, что вы смотрите, и оставляйте комментики, делитесь, иначе подразумеваю, что вам нравится то, что вы смотрите, да. Так что, друзья, большое вам спасибо за ваше время, которое вы потратили на это видосик, да. Огромное спасибо за вашу поддержку, это неоценимо в данной стадии, да. А на сегодня, друзья, с вами я буду прощаться. Если вам, конечно, понравилось видео, подпишитесь на каналчик, нажмите на колокольчик, поставьте лайкосик, ну, чтобы я видел, что все происходит в лучшем виде и все хорошо. Так что большое вам, друзья, спасибо. И, как говорится, до новых встреч, друзья. Всего вам доброго и пока-пока.